Один погибший и 10 раненых мирных жителей за день. Белгородчину не прекращают атаковать вооруженные силы Украины. В селе Визовое Красноярушского района беспилотник ударил по автобусу сельхозпредприятия «Агробелогорье». От полученных ран один человек скончался на месте до приезда медиков. Трое получили различные травмы, еще 6 раненых в Шебекинском округе. Двое попали под обстрел, трое пострадали от взрывов беспилотников. Еще один человек был ранен во время удара дрона по грузовому автомобилю на участке автодороги Белгород-Шебекино-Волоконовка. В Белгородском районе в селе Репное 2 БПЛА атаковали движущиеся по дороге машины. Водитель одного из транспортных средств получил баротравму. В Шебекино после обстрела повреждены 4 многоквартирных дома и 4 автомобиля. В Красноярушский район враг направил сразу 10 беспилотников. Загорелись 2 дома, один из которых полностью уничтожен. Также дроны атаковали соцобъект, выбиты окна, повреждены кровля и фасад здания. В Борисовском районе в результате прилета боеприпасов повреждена линия электропередачи. В поселке Майском Белгородского района после отражения средствами ПВО атаки со стороны ВСУ осколками повреждены 7 легковых автомобилей.